оказать поддержку жителям Полоцка, Новополоцка, а также членам их семей, которые подверглись насилию за участие в акциях протеста. Мы требуем для поддержания правопорядка в Полоцке и Новополоцке использовать исключительно силы местных силовых органов без привлечения дополнительных сил из других населенных пунктов, потому что они должны смотреть нам в глаза, возвращаясь домой. Потому что они должны объяснить сыну, матери, дочери, сестре, брату, кому угодно, что они делали на работе. И им не должно быть стыдно за то, что они делали на работе. Мы требуем, мы будем бастовать. Мы будем вынуждены бастовать, но мы не будем останавливать завод. Прошу вас, мы с этим согласны? Что связано с забастовкой? Вы знаете, законодательство, установленный порядок, ходатайств по этому вопросу. Пожалуйста, по законодательству будем рассматривать. Но вы имейте в виду, первое, что «Нафтан» находится в настоящее время в очень серьезной экономической ситуации. Идет модернизация. Следующее. Наши рынки сжимаются. Сейчас продукция, которая выпускается «Нафтаном», очень хорошая. Ее много. Вы посмотрите. Мы только не на немножко уйдем с рынков, не восстановимся.